Всем доброе утро. Всем доброе утро. Ну что, вы готовы к приключениям, мама, мальчишки? Мама, ты взяла спички, эти вещи? А, чтобы жарить маршмеллоу? А ты что, думаешь, у Дианы спичек нет? Нет. Ой, вот ты приколист. Сейчас мы... Что? Ну, хочешь, возьмем, если чтобы ты был спокоен. Вообще, уже взяли там маршмеллоу, конфетки, что вчера им подарили, да. Марик, твою бутылку с водой нужно набрать. А мы сейчас с Настей договорились встретиться на детской площадке, потом пойдем в магазин, потом еще в аптеку и уже к ней в гости. Может быть, и ко мне пойдем, может быть, к Диане. Короче, мы еще пока не решили, но, скорее всего, к Насте в гости, а оттуда мы уже все вместе пойдем к Диане, когда Лаура уснет. Да. Довольные? Да. Все машинки с собой сегодня хотели брать, все брать. Эмоции, конечно, у них... Ну, Марик, все, успокойся уже. Вчера они все были на эмоциях, и Максим уснул у нас 12:30, а Марик вообще к часу, когда уже свет выключили, потом только успокоился. А я до 2 часов не могла никак уснуть, не знаю, что-то я сегодня очень плохо спала, и Максим меня 8 раз будил, голова трещит. Ой, надо как-нибудь выспаться. Но с детьми не получается, просто не получается. Сегодня мы должны были сидеть без воды, но недавно дали воду. Я вообще в шоке. Позвонила Настя, а Настя говорит, а у меня вообще не выключали. И Диана вот сейчас мне тоже позвонила. Ты представляешь, воду дают. Хотя до 10 вечера ее не должно было быть. Ну что, одеваемся, мальчики? Да. Пойдем. Куртки не знаю, сейчас, наверное, с собой возьму. У нас такая жара. Вечером, когда мы возвращаемся домой, прям холодно. А сейчас невозможно жарко. Окна все открыто, все равно жарко. Будем собираться, пойдем навстречу. Все в сборе. Там еще есть больше. Может быть, на те пойдем? А, Максим, еще. А, чуть не забыл свою игрушку. Вам не холодно? Нет. Сейчас я не знаю. Ну, конечно, куда без игрушек. Аккуратно, Марик, давай остановлю. Не, не надо. Давай. Может быть, на тебе пойдем, там больше места? Нет, там Лаура. Лауре, я думаю, там Лаура. Лаура здесь вроде бы. С ветерком прокатимся. Все? А Лаура у нас стесняется. Да? Мальчишки убежали, она не хочет с ними. Ну что, сейчас привыкнешь. Будет веселей. Спортсмен Алексей. Аккуратно. Легко. Это было легко. Как выгодно, когда есть коляска. Все свои пакеты мы повесили. И идем налегке. Там рюкзак Максима. Что, Лаура? Да, написано, что коляска вроде как на 15 тянет, но мне кажется, она тянет больше. Потому что Лаура почти 13 весит. Пришли к Насте. Ох! Вот это сорт хороший. Но мне уже плохо от хурмы. Дума хватает. Так, а где курочки все разбежались? А, они там в огороде ходят. Пополняю коллекцию дубков. Красивый цвет. Вот собрала несколько веточек. Посажу дома. Так. Ладно, пойдем дальше. А можно прям зайти? В огород можно? Аккуратно, вот как? Тут. Вот тут. Ну, тут. Любимым занятием будут заниматься. Курей кормить. Что, киви нету у них в этом году? В прошлом были. Вы тут играете? О, уже все перевернули опять. Да. Давай. Что, Лаура? Машинки нравятся? Машинки любит. Вы с ума сошли? Это Алексей.
Алексей, разогнали всех курей. Перья в разные стороны летели, так нельзя делать. Алексей, успокойся чуть-чуть. Мама, можно урожай этот собирать? Нет, вы не у себя дома. Разбойники. Вы разбойники, держите хлеб. О, перчик синенький. Смотри, как тебе. Мы их нашли. Они в огороде, да, там. Сейчас. Они уже вон в огород пошли. В огород? Вон, смотрите. Они просто ранее. Курицы убегают от них. Не пугайтесь, ага. Это так же, как с чайками у вас было. Эй, чайки, вы куда летите? Мы вас хотим покормить. То же самое с курицами. У них шок. Слушай, яйца нести перестанут. Они сейчас так быстро яйца нанесут. Нанесут. Если их напугать. Как Алексей. Все, выходите оттуда. У них шок. Они к такому не привыкли. Алексей! Все! Хватит! Марик, так тоже не делай. Пойди в курятник покидай, они пойдут покушают. Они чухнули опять. Катастрофа. Лауре уже спать? Скоро. Держи, Лаура. Будешь играть в пластилин. Так, сок тебе. Держи. А Максим дайте. Максим все собирает. Да, Максим делится своими подарками. Маршмеллоу тут. Еще маршмеллоу. Леденцы. Открыть? Сейчас откроем все. Сейчас откроем. Конечно, всем сок. Тут вот целый пакет. Держите. Держите, кто какой любит. А можно мне вот это? Так, аккуратно, ребенка чуть не убили. Можно. И один там Владику еще я взяла. Вот, держите. Так. А где Лаура? Сейчас. Лаура. Жесть. Да. Дурдом с вами, дурдом. Сейчас открой. Вкусно на полу кушать? Как она стены все обрисовала. Это что, мы арку делали? Уже все. С маленькими детьми только ремонт делать. Как говорится, была арка и нету арки. Нет, она есть, но не в том виде. Может быть, вы пройдете чуть-чуть? На проходе не будете сидеть, а? Сейчас будем красить Настю. Три краски на волосы, но они очень длинные. Нет, никаких догонялок на улице, успокойтесь. Хорошо. Чуть-чуть этот. Марин, иди сюда. Угомонитесь, короче говоря. Куда ты? Масса получилась непонятного цвета. Может быть, Настя оранжевая будет? Знаешь, не исключено. Пускай потом фотки шлют. Вот там ты же стоишь. Давай, так. Я говорю про футбол. А, давайте вот так пинать. Лучше футбол не надо. Все время в кабинете. Давай баскетбол. Давай. Сейчас я кидаю. Сейчас мяч помогу. Силовые. Лауру кинули, вот да? Это прикол. Я весь мама чился. Дай ей поиграть, Алексей. Дайте мячик. Дай ей. Ой. Вижу, но не. Лаура, бери. Я ей дам. Она не хочет. Хочет она, дай. Лаура! Нет, она обиделась. Она какую-то грязь трогает. Бери, Лаура. Она же маленькая. Ей тоже интересно. Марик так заботится. Сейчас я футбольный достану. Доставай. Желательно не сидеть. На кафеле. Нет, я говорю, не садитесь на кафель.
Любишь маленьких детей, да? Люблю. А что ты там делаешь? Цвет розы шикарный просто. Что, покрасила, Диан? Вкусный? Лавровый лист растет. Лаура, ты куда? Мальчики, я же сказала, смотрите за ней. Давай, выходи. Выходи. С огорода вышли. Все. Сейчас Алексей выйдет. Мы с Дианой думали, куда пойти, к ней или ко мне. И в итоге решили, поедем на маяк. Очень предсказуемо, да? К Дианиной маме. У нее там мама лыга, кучмач. Я говорю, все, едем в гости. Владик, да, пока в садике, вечером все равно увидитесь. И тем более там мангал есть. Зажгем им костер, чтобы они пожарили маршмеллоу. Это у них идея X на сегодняшний день. Вкусно? Я тоже майки. Кучмач, фасолька. Кофточку одеваю. Какой малый, а ты что любишь? Я люблю малыш. Кусай сырочек тоже. Ну давай хоть соус дам. Нам я получил. Хоть соусом будешь? Молодец. Приятного аппетита. Чмач, это бомба. Да. Угу. Даже Марик у нас мамалыгу стал кушать. Молодец, Марикос. Ну что, процесс пошел? Да. Все, как вы хотели. Мангал, костер и маршмеллоу. Каждый будет сам все вкусный. Пальцы потом побожете. А как мы будем жарить мелко кот? Просто сейчас обычно. На вилочках или на шампурах? На шампурах. Они длиннее и не так уж и опасны. Один только Владик в пролете, в садике. Пики. Он сейчас спит. Ничего, скоро Витя его... А, уже 40 минут, да. И все, до 5 же они. Да, так что он уже гуляет. Довольные? Только Владика нет. Вот так. На эти штуки можно ставить, где я. Именно вверх делать. О, а тебе как... О, у меня тут немного. Что, они там погрелись уже? О, посмотри, Мари, как у тебя раздулось уже. Видишь? Все. Это магия маршмеллоу. Вот так, ну, в микроволновку можно засунуть. Угу. Все. Ну, видишь, им на костре именно нужно было. Так что... О, смотри, это у меня тоже. Да. Я попробую уже. Аккуратно, кушай. Не... Кушай прям кушай. Шампура. Только аккуратно. Дуй сначала. Все, у меня тоже пожарилось. Попробуй. И ничего. Смотри, как тянется. Довольны? Это как, знаешь, как эта штука называется, которая в красной пачке? Какая? Дети наши не очень едят. Тоже, помнишь, говорили, что в микроволновку надо ложить? А, ну ставить. Там же тоже внутри маршмеллоу. Да. Чокопай. Да, чокопай. Мы делали им в микроволновке. Да. Класс? Да. Курица с ума сошла. Один. И от вас тоже. Настины сначала пострадали, потом... Нет, когда Алексей гонял, Дина к ней присоединилась, еще не отошла. Давайте. Давай. Сделаешь сам? Постелин. Покажи, как получилось. Соприкоснулись, да, и потянулось. Пожарилась? Да. Вот видишь, без костра лучше жарится, быстрее. У всех пожарилось. Все, остальное Владику оставляем его пять долю. Штук. И у нас, кстати, у каждого по 5 было. Все поровну, да. Всегда мы делаем. Все. Смотрите, давайте кушать. Ну кушай уже, кушай. Они, да смотрите. Все, скоро Витя приедет, и мы поедем домой. Наши приключения на сегодня заканчиваются, да? Довольные. Аккуратно. А мелкие, они уже у Насти поели.
Там, кстати, Владику тоже его доля потом. После этого очень пить хочется. Они сладкие, потому что очень. Угу. А после этого то, что... Как тянется? А это пластилин какой-то. Яйца. У вас одно место слипнется. А тут лимончики уже скоро можно будет срывать. Красавишные. Наши гастроли по гостям заканчиваются, да? Едем домой? Да. Все, всем пока.